С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семенычева. Актуальные банковские продукты для населения и новые возможности для бизнеса. На Ринмаре прошло торжественное открытие офиса группы ВТБ. Красную ленту разрезали заместитель губернатора Татьяна Логвиненко и представители банков ВТБ и ВТБ-24 в городе Архангельск. Новый финансовый партнер, новый конкурент на рынке банковских услуг и новые возможности для жителей региона. В Ненецком округе начал работу офис группы ВТБ. В торжественной церемонии открытия нового банка в регионе приняла участие заместитель губернатора, руководитель департамента финансов Татьяна Логвиненко. Мы очень рады, что у нас в наш уникальный проект безналичного округа добавляются новые участники, которые, в принципе, на сегодняшний момент технологии банковские и спектр услуг позволяют оказать полноценное банковское обслуживание. Светлый и просторный офис располагается по адресу улица Ленина, дом 21А. В нем доступны сервисы и продукты банков ВТБ и ВТБ-24. По словам управляющего филиалом ВТБ в городе Архангельск, деятельность банка в регионе будет разносторонней. Это работа с предприятиями различного уровня в области кредитования, привлечения средств, дистанционно-банковское обслуживание, пластиковые карты, валютный контроль и другое. На сегодняшний момент спектр услуг и продуктов, которые пользуются клиенты, очень большой. В основном это кредитные продукты, да? Кредитная линия, овердрафт, кредит. Также очень востребованы сейчас банковские гарантии на участие в аукционах, конкурсах, на возмещение НДС, на исполнение контрактов. Еще немаловажным продуктом в последнее время очень пользуются депозиты. Накануне банк ВТБ подписал соглашение с администрацией Ненецкого округа. Документ о стратегическом сотрудничестве сторон направлен на создание условий для развития предпринимательства, реализации приоритетных инвестиционных проектов и социальных программ на территории Ненецкого округа. Валентина Чибичик, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».